Во Владимирской области перед судом предстанут трое участников наркосообщества. Региональная полиция завершила в отношении них предварительное расследование. Фигурантов обвиняют в создании преступного сообщества, приобретении, хранении и сбыте наркотических средств. О том, что федеральные полицейские вместе с владимирскими коллегами обнаружили крупнейшую нарколабораторию, сообщил в конце 2021 года министр МВД. Подпольное производство злоумышленники организовали в частном доме в Александровском районе. Оперативники задержали пятерых подозреваемых. Одни, по версии следствия, изготавливали наркотик, другие держали склады и развозили товар по стране. Всего из оборота было изъято свыше 700 килограммов синтетических наркотиков и около 3 тонн реактивов. По оценкам правоохранителей, нарколаборатория могла производить до 100 тонн запрещенных веществ в месяц. Запрещенные вещества фигуранты планировали сбывать бесконтактным способом – через онлайн-площадки на территории нескольких регионов страны, преимущественно расположенных в Центральном федеральном округе. Кроме того, в целях конспирации сообщники вели финансовые расчеты, используя криптовалюту. Объемное уголовное дело в 13 томов с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. В отношении еще двоих членов преступного сообщества продолжается расследование. Они согласились сотрудничать со следствием.